Благодатный огонь в храме и в сердце человека – такова тема фотовыставки, привезенной в Орел фондом Андрея Первозванного. Три десятка снимков – подарок верующим ко дню памяти первого апостола. Его отметят 13 декабря. На фотографиях – моменты из богослужений и лица служителей. Объединяет снимки священный огонь. Пламя смотрится особенно выразительно на темном фоне храмового пространства. Один из авторов выставки – Федор Мастепанов, орловчанин. Благодаря его поддержке фотографии прибыли в Орел. До этого экспозиция выставлялась в Орловской галерее народного художника Дмитрия Белюкина. Мы всем верующим, потому что телевизионные отчеты о том, как это происходит, все же не показывают это так подробно, как можно это увидеть на этой фотовыставке. Дополнили фотографии картинами орловских художников. Православная тема выдерживается не везде, но связь с ней есть, заверяют в галерее. Благодатный огонь один раз в году зажигается в Иерусалиме, но он в сердцах настоящих талантливых людей, искренних, он горит все время. Выставка открыта в областном выставочном центре до 17 декабря.